наш профессиональный привет. Сегодня мы расскажем вам, как ухаживать за шейвером Antis Profoil Lithium. Профессиональный шейвер для барберов, идеально подходящий для бритья, проработки контуров, а также подравнивания бороды. Приступим к обслуживанию. Для начала снимем защитный колпачок и сеточку головок бритвы, нажав на кнопку справа на корпусе. Очищаем ее от волос щеточкой, которая находится в комплекте. Не забываем также и про лезвие. Когда закончили, одеваем сеточку головок бритвы на место. Проверяем работоспособность машинки. Вот и весь уход. Если у вас остались какие-то вопросы, то мы с удовольствием ответим на них в комментариях. Также не забывайте про лайки и подписку на канал. До скорых встреч!